Всем привет, дорогие друзья! И у нас с вами продолжение сегодня игры в Roblox. И сегодня у нас серия зомби-проект там какой-то, забыл название. Короче, будем спасаться с вами от зомби. И вот, я зашел в игру. О, какой скелетик появился. Эй, скелетик, привет! Что ты тут такое делаешь? О, там уже в бою, слышите, стреляют. Вот, короче, мы ждем, пока начнется бой. Мы пока можем тут пробегаться, просмотреться по сторонам. Тут кроме как вот дерево. Опа, мы уже в игре, все. О май год, вы слышали, как зомби это самое страшно разговаривают. Так, вот это наш напарник, походу. Ой-ой-ой-ой-ой, как-то страшноватенько. Так, вот, давайте мы бегаем. Тут, короче, походу, два этажа, смотрите. Первый, второй. Пошлите на второй. И будем искать зомби. Короче, надо тут отстреливаться. Тут какой-то апокалипсис. Ой-ой-ой, слышите, как они рычат? О, это, походу, толчки, смотрите, туалеты. Ха. Тут, короче, все гадят. Вот, тут на стенах висят оружие, но у нас еще бабла нема на это. Поэтому будем с пистолетом, с этой пукалкой. Вот, открыть двери тоже 1000 стоит монет. Где же... О, боже мой, вот они, смотрите. Фу, напарник, красава, двоих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько же их много. Блин, блин, давай помогай, дружище, давай. Блин, у нас очень мало патронов. Давай, давай, мочи. О-о-о-о, меня кусают. Ой-ой-ой. Блин, нас с двух сторон зажимают. Ё-моё. Опа, походу меня уже... Что такое? О, я могу еще стрелять, смотрите. О, все, у меня нет патронов. Блин, такой жестяк сразу начался. Не успели войти в игру, как такое мочилово адское. Фух, что, походу мы разобрались? А что мы ползаем? Эй, вставай! Короче, когда они нас что-то или бьют, или кусают, мы все становится черно-белым, и мы можем ползать. И у нас надпись, типа, ревив какой-то. Это значит, вот должен подойти наш человек, видите? Он вас может как бы оживить. Оп, сейчас и меня будет. Вот, он меня восстанавливает. Мистикал. Йоу, спасибо, братан. Это все хорошо. О, там кого-то надо оживить тоже. Но у нас проблема. О, вы слышали этот голос страшнючий? Короче, какие-то двойные очки будут. Вот, проблема заключается в том, что у нас отсутствуют патроны вообще. По нолям. И денег голяк. И нету ножика никакого, чтобы хотя бы в рукопашку их мочить. Вот, и что делать-то, я не знаю. О, карты лежат, кто-то тут карты играл. Поэтому сейчас, если любой зомби к нам подойдет, нам будет крышка. О, есть, у меня патроны появились. 80 патронов. Перезаряжаемся. Я. Так, давай, 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 давай. Да что ж такое, блин, пистолет такой слабый. Да это капец какой-то, слушай. Ай, он меня в туалете зажал. Да ёптерный балет, давай добивать. Фу. Капец, пистолет. Полный шлак, полнейший шлак. О-о-о. Этот страшный скелет тут бегает. Так, я так думаю. О, давайте откроем. Короче, мы открыли за деньги какой-то мистический сундук. Он нам как бы рандомно любую пуху дает. О, это, кстати, классная штука, ребят. Эта пушка называется мухобойка. Когда-то я играл в Counter-Strike, и была вот такая винтовка, снайперка. С одного выстрела рубит. Как в Counter-Strike. Ну все, теперь я думаю, нам с вами никакие зомби не страшны. О, вон идет, смотри. Ба, прям груда, короче, засадили. Круто. Вот, чувак тоже хорошо лупит. Ой-ой-ой, как их много там. Капец, вот еще один, на. А, у чувака была перезарядка, я его спас, видели? Так, автомат пока не будем брать. У нас есть винтовка, и к ней очень... Опа, вот лезут. Ой-ой-ой, что-то с одного патрона мы его не сняли. Блин, походу они со всех сторон прут. О-о-о. Вот эта игра лютая. Я тебе помогу. Фух, не успел помочь. Вон лезут, смотрите. Готов. Капец. О, скелетик. О, вон они на улице тоже лазят. А ну. Что такое? Не попал, блин. Давай еще разок.
Ой-ой-ой, откуда ты взялся? Фух. Фух. Так же можно и в станишке навалять-то, а? Калачик какой-нибудь. Так. Есть, даже на улице сняли с зомбака. Капец, как они страшно рычат. Короче, это какой-то, походу, конец света, апокалипсис. И мы вот тут 5 коллег, короче, 5 роблоксов, пытаемся выжить в этом доме. Ну, пока что у нас получается, что ли. Можно так сказать. Слушайте, вот эта музыка такая. Ой, блин, ё-моё, сколько их много. Смотрите, вообще. Давай, давай, стреляй. О, какой-то нам опыт, какой-то бонус дали. О, обалдеть. Надо почаще по сторонам смотреть. А то тупо только вышел. И справа такая компания роблоксов. Зомби штук, ну, 8, наверное, сразу. Вон там они лазят, смотрите, а ну. Вот чем хороша снайперка, что можно клепать вот так с одного крыльца. О, вот лезут. Ты что там ломаешь нашу? Ты что там творишь? Как у него глаза светятся, как фары у машины какие-то. Так, вот они рычат, походу, сильно близко. Ой-ой-ой, сразу два. О, нет, давай, перезарядка, не вовремя. Ой-ой-ой, все, походу, нас завалили. Вот это лажа получилась, вы видели? Просто получается перезарядка и короче, пока оно перезаряжалось, нас, короче, заколпасили. Ну, ждем, пока нас восстановят, пока посмотрим табличку. О, привет, друг, давай восстанавливай меня. По табличке мы убили с вами уже 16 зомби. Вот. И, кстати, из 16 7 выстрелов в голову. Так, винтовка наша пропала. К сожалению, но мы купили автоматик, смотрите. Такой неплохой, М5, походу. О, смотрите, вот эту штуку нажимайте F, и можно, как бы, видите, баррикады. Ай-яй-яй, что такое? Ой, мамочки! Пока я... Спасибо, дружбан! Ой, да что ж ты будешь делать? Как вас так много, боже мой! Короче, вот эти баррикады надо в срочном порядке все закрывать. Если видите, что они проломаны, оттуда прут зомби, значит, их надо затюкивать. Досками, гвоздями, молотками. Во, они с первого этажа тоже прутся. О, ну я вам скажу, автоматик вообще огонь. Так, гасит. Там, друг, там шли, кстати. А, скелетик порешал всех. Да. О, я нашел бег, все, круто, теперь можно еще бегать. Все как Counter-Strike, ё-моё, руки помнят. Так, ну что, пацаны, давайте берем себя в руки, копируемся. Начинаем работать. Мы как спецназ какой-то. Так, вот эти такие музыки, проигрыши мне не нравятся. Опа, вот, на, есть. Там, походу, дырка в стене. Да, вот они лезут, смотрите. Надо срочно эту дырочку сейчас будет заделать. Так, никого нету. Нажимаем F. Доски прибиваем. Есть одна, вторая, третья. Все, отлично, прибили доски. Пошлите дальше. О, вот он. О, тут наш стоит, понятно. Я не успел стрельнуть. О, чувак тоже заколпашивает. О, тут что-то можно купить за 3000. Ну, это очень много денег. Так, давай, заделывай здесь. Вон они на улице лазят. На улице лазят, хотят к нам сейчас. О, вот один поднялся. О, вот еще два. О, мамочка, там еще один. Ой-ой-ой, еще два. Блин, такая толпа. Так, есть, мы одного успели снять. Быстро заколачиваем. О, кстати, за каждую досочку по 10 монет дается, когда заколачиваешь. Эй, что ты там лазишь, друг? Он опять лезет. Только ж заколотил тут. Ё-моё. Ой, такие звуки страшнючие. Да. Так, нас пока как было 5, так и было. У нас уже убили 28 зомби. Так, о, там кого-то убили из нашего. Надо срочно бежать его восстанавливать. Лечить, походу. Давай, отстреливаемся. Что-то их чересчур уже много становится. Так, есть, этого убрал. Блин, опять тут пробили... Вот и с этой стороны. Ай-яй-яй-яй. Так, есть, убили. Заколачиваем.
Быстренько заколотим, чтобы они не так быстро отсюда... Ой, блин, он же за спиной у меня! О, мне дали второй уровень, круто! Что он дает, конечно, я не знаю, но что-то дал. Ой, у нас уже... У нас, короче, автомат пропал. А, вот, то есть не пропал, нифига. Тут там какой-то глюк произошел. Так, перезарядка. Тут все селки я заколотил. Инстакил. Что такое инстакил? Не знаю. Какой-то будет сейчас мега-кил. Вон лес. Вот бежим сюда, бежим. На, несет сюда лес. Бля, глаза потухли, готов. Так, тут хорошо закрыто. Там наши внизу работают. Так, тут все закрыто, пока никого нету. Побежали в другое. Давайте вниз спустимся, посмотрим. О, тут так ярко, блин. Тут прикольный. Там наверху так... Ой-ой-ой, вот. Фу. Так, вот, ой-ой-ой, там и сбоку были. Давай, перезарядка, быстрее. О, у них даже у некоторых, смотрите, какие-то красные штуки на них одеты. Это что такое? Так, заколачиваем. Вот вообще тупо окно открыто. Тут, наверное, много очень пролазит через это окно. Так, есть, заколотили. Побежали дальше. Одного сняли. Второго сняли. Давай же, перезарядка. Что ж ты так не вовремя постоянно появляешься, ну? Так, сзади все чисто. Вот лезет, смотрите. Получи. О, он вообще идет через болото какое-то. Да, ё-моё, перезарядочка. Смотрите, он доски ломает. Короче, походу, пока он не сломает доски, он не сможет перелезть к нам. Нефиг ломать наши доски. Он еще тут двое или трое там идет. Ой-ой-ой, по-моему, они нас решили со всех сторон окружить. 500. А, у меня патроны закончились. Покупаю вот эту... Ой-ой-ой. Короче, нубскую винтовку беру. Хоть что-то лучше, чем пистолет. Срочно заколачиваем. Аня, блин, тогда же ж мне заколотить. Все. Такие он нас добил. Давай, друг, помогай, восстанавливай меня. Спасибо. У него какая-то пуха такая вообще крутая. Какой-то лазер, шмастер. Опять тут окно пробили. Так, закрываем окно. Отлично. Опа, где-то опять рычат, слышите? Пошлите, сходим второй этаж, проверим. Мы первый как бы почистили. Что ты тут ломится? Заколачиваем. У нас уже денег неплохо, 5,5 тысяч. Мы с вами убили уже 43 зомби. Ой, напугал, это наш. Такая одежда у тебя дурацкая. Так, вот два пассажирчика вылезли, идут на меня, своими фарами светят. Есть, сняли. Ай-яй-яй, опять перезарядка, не вовремя. О, там кого-то надо восстановить, пишется. Кого-то грохнули. О, блин, а! Ай-яй-яй, вообще жестяк. Еле сняли. Так, убегаем отсюда, валим. Валим, тут их слишком много. О, боже мой, опять это... Ой, валим. Пацаны, где же вы? Я тут сам остался. Их тут вообще бесконечное количество на меня прет. Так, вот так. Одного сняли, перезарядка, убежали. Так, давайте возьмем автомат, потому что... О, потому что та винтовка, это говно какое-то. Цельтесь, ребята, всегда в голову. Есть шанс, что... О, блин. Да, давай. О, блин, со всех сторон. Все, мы в тупике. Нет. Давай, перезарядочка, пожалуйста, быстрей. Есть. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, вот надо этого... Сейчас я тебя оживлю, друг. Нажимаем Е. Есть, мы его вылечили. Вот это заруба была. Вот это лютая заруба. Короче, в тупике против сотни зомби. Еле выстояли, вы видели? Обалдеть. Но мы смогли, мы смогли. И у нас мы убили уже 55 зомби с вами. Так, заколачиваемся. У нас уже 6 человек, кстати, в игре. Ну, как-то посложнее стало.
Может, у них уровень этой сложности поднялся? Так, чувак покупает всякие пушки. Ну, нам не надо, у нас автомат неплохой. О, вот лезет. Пауси. Пошли с гранату. Вот еще лезет. А, вон еще один. Есть. Мы убили 57 зомби. Так, пошлите мимо толчков, тут пробежимся. Фу, тут воняет. Ой, блин, что так пугает. Ладно, возьму этот автомат, он получше будет. За 1200. Если я не ошибаюсь, это F-16, или как-то так он назывался в свое время. Опа! Ну да, этот автомат, конечно, хорошо лупит. Максу, а, ну это как раз спас... Максим... О, давай, я тебя спасу! Спасу, спасу, он убегал, а я, короче... О, карпентер какой-то. Короче, Максаму это максимальные патроны. Что-то нам какой-то бонус произошел. И нам пополнилось патроны полностью. Так, бабла уже почти 8 косарей. Убили 63 зомби. Заколачиваемся. Ну что, мы неплохо стоим, короче, тут всех лупим. Я думаю, нас их не одолеть. Так, вот еще толпа, смотрите, сразу со всех сторон. Но вам вас так легко. Ой-ой-ой, опять двое. Перезарядка быстрее. Патронов уже, смотрю, мало. Галяк-галяк. Надо думать о следующей пушке уже скоро. Ну что, ребятки, мы с вами обалденно поиграли. Советую вам поиграть в эту игру. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много всяких видосиков по Roblox. Всем пока-пока.